В Центре технического творчества представлено множество направлений, которые не имеют аналогов в городе. Это робототехника, конструирование и моделирование, промышленный дизайн и углубленное изучение информатики. Одним из самых интересных для детей является направление робототехники, которое активно развивается в Нефтекамске. Детям очень нравится заниматься с роботами, которые имеются у нас. Также планируется, конечно, пополнять багаж этих роботов. С помощью них они могут постичь азы, простейшие базовые азы программирования, также электротехники, потому как там они учатся соединять все в, так скажем, в цепи, и это тоже дает какие-то на первые базовые знания, которые могут пригодиться им в будущем. Директором Центра технического творчества с недавнего времени является Роман Ганиев. В 2013-м он окончил нефтекамский филиал Башгосуниверситета по специальности прикладная математика и информатика. В 2014 году был принят в Управление образования города на должность специалиста по информационным технологиям. Роман Ганиев являлся и руководителем проекта «Школьное телевидение». Поэтому с сентября в Центре технического творчества появится объединение «Телестудия», а также еще одно направление. В этом году в учебном запускается еще одно объединение в физкультурно-оздоровительном направлении – футбол, секция футбола, где очень опытный, молодой, креативный и деятельный тренер будет набирать воспитанников, и мы надеемся в скором времени увидеть их результаты, увидеть, как они будут выступать на чемпионатах и защищать честь нашего центра, и всего города, даже на всероссийском уровне, потому что потенциал есть. И для кого не секрет, что в последнее время в стране требуется все больше специалистов, обладающих техническими навыками и знаниями. Работа центра направлена на проявление интереса у детей к технической сфере. Об успешности могут свидетельствовать призовые места воспитанников во всероссийских и республиканских конкурсах. В прошедшем учебном году количество воспитанников центра увеличилось. Этого ожидают и в новом сезоне. С 4 по 8 сентября мы ждем всех детей, родителей, для того, чтобы посетить наш день открытых дверей, где мы представим наши объединения, где мы покажем, как они работают в интересной, красочной форме. И надеемся на то, что очень много будет желающих. Центр технического творчества детства и юношества расположен по адресу Социалистическая, 54А. Здание находится рядом с 6-й школой. Занятия в объединениях бесплатные. Анастасия Кай, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».